И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Panzer. Все еще тот же самый Panzerчик. На этот раз гном. А именно канонир. Настроил канонира так, как был раньше. Создал ему кувалдочку максимального левела. Архибузу создавать ему не буду. А, я ему создал штанцы и шапку. Да. Такие характеристики. Вот, давайте сразу же откроем сундучки. У меня есть сундучки. Поэтому есть возможность что открыть. Есть сундучки, есть ключи. Это самое главное. А то на некоторых аккаунтах, на некоторых персонажах у меня есть сундуки, нет ключей. А на некоторых есть ключи, нет сундуков. Вот, а тут чистый баланс. 2-2. Все как надо. Вот, красненький. Ой. Тут у меня предметы. Так, не руны. Давайте сразу же, а то я что-то сейчас гляну, и как-то их маловато. Надо пополнить, и все будет хорошо. Чтобы уж точно наверняка хватило. Вот, 89, отлично. Новое оружие, огненный гнев Крома, я знаю, как он юзается, что он дает и так далее. Единственное, сам еще в реалиях не пользовался. Охлаждение убрали, оставили броню, что очень даже здорово. Она, по сути, нафиг не нужна. Кстати, 158%. Погодите-ка. Не, 158%. Сейчас... подожди. А вот это вот? Тарь? Нет, 158%. Сейчас ХП, то есть оставляешь рун... По крайней мере, я смотрел обзор, да, стрим на этот мод. И разрабы говорили то, что вставляешь руну на ХП, дает ХП, вставляешь руну на мастерство, дает дамаг. Что-то типа того. Не знаю, реализовали это они или нет, но в целом как-то так. В любом случае, здоровечко оно так и так нужно. ЦПшечка у меня всего лишь 0,5 в минуту, то есть за 2 минуты 1 ЦП, это, конечно, ни о чем. Но все равно, как бы, пускай будет. Руны есть, даже слоты свободные есть, на крайняк есть чем забить. Точнее, есть что забить. Вот. Левел маленький. Всего лишь 17-й. Ну, ты не поспоришь, левел очень маленький. Но в целом все неплохо. Так, что-то у нас игра. Игра ищется, так что давайте-ка на паузу. На паузу. Туманный перегон. Снова туманный перегон. Не знаю, я уже что-то запутался. Снимал я, не снимал туманный перегон. Вроде я снимал. Это вроде матч за Инквизитора я играл, когда я просто решил вон побегать. Точно, это просто был, так сказать, забег. Забег был. Ну да ладно. Туманный перегон. Конечно... Что-то мне гномикам здесь не сильно-то нравится, но все равно. Так, ладно, погнали. Посмотрим, что получится. Две фрезы. Так, хила нет, у них есть хил. У нас кто? А, у нас сорка за место хила. Ну ладно, берстаймер тогда. Все по дефолту. У нас вообще никаких... У нас... Не спорю, сорки все это. Давай ставь. Опаньки! Синхронизация прошла успешно. Так, а я вот туда пойду. Буду вспоминать, как что где. Давай, сеструха, мочи! Дай, не хватает.
Не, ну ты, чувак, тут со мной решил сосаться? Да ради бога. Ты там стенку поставил? Нет, ты не поставил стенку. Ты молодец. Кстати, народ, все, кто смотрит мои видосы по Панзару, пишите в комментариях, за кого мне снимать, за кого мне играть. Очень сильно поможете. Ну, я все-таки для вас делаю. О, да, молодец. Я же все-таки это для вас делаю контент. Так что пишите, за кого вам интереснее смотреть, чтобы я снимал. Нереально это поможет. Как говорится, смех смехом, да реально же поможет. Ну, а гномик молодец. А гномик побежал. Так, по кому бьем? Он враг, вижу. Таки завалил. Ой, хил застрял, молодец, хил застрял. Затащи! Ну, чувак. Он так прыгает по платформе, прикольно. Ща пойдет жара. Так, давай. Да! Сорочка. Отлично. Эх, патрончики-то вовремя закончились. Ну ладно, Олса затащил. Ла. Ну, в общем, молодец. Такс. Да, можешь тут стоять спокойно. Тут все нормально. Тут все свои. Я не знаю, где вся битва идет, но все неплохо. Мне пока что нравится. Там что за... А, бомбочка, наверное, взорвалась. О, попадаю. А, нет, это звук попадания был. О, а я думал, это он так прыгает, то, что топает по платформе. Это звук попадания был. Пошла жара. О, убейте враг... Прикол. Я ачивку выполнил. Обожаю, когда у них в руках взрывается эта штука. Ой, какой бешеный гномик. Какие бешеные гномики. Пытаются прорваться. Ну ладно, пускай себе пытаются. Урон. Эх! Ну да ладно. Экс. Что-то у меня стенку наполовину уже сломали. Ну ладно. Пока что еще тащим. Вот чутка подождать все-таки. Опять урон. Блин. А это уже фигово.
Ай-яй-яй-яй, вот это меня, конечно, камеру-ка наебит. Фигово. Что я вам могу сказать по этому поводу? Сумасшедшие там. Блин. С пушки надо было в пушку садиться. Ну ладно. Одна смерть да должна быть все-таки. Ну я ж не настолько тащер, я уж че уж тут ж. Так что уж наглеть. Ну, пошла жара. Блин! Ближний бой это точно не мое. Ой, все, мне кранты. Щепочка. А, нет. Ты щепочку не берешь. Это как-то глупо. А вот теперь. Ай, моя пушка-то там осталась. Она обгрыженная там стоит вся. Сейчас ее ломать буду. И вы ее строили, не вам ее ломать! Их стоит ерундненькая. Ладно, погнали. А вот этого... Точно! Как я забыл про этого саперчика. Ой. Вот, господи. Скорлупку. Механическую скорлупку я забыл. Да-да-да-да, стой! Я тебя прикрою. А вот пошла жара. Нет никого? Ну вот. Будь здоров, дорогой. О, у меня ЦПшечки нету. На стволы-то эти босявые. А вот это, конечно, было прикольно даже. Это было даже смешно. Синхронизация была успешной. Бам, одновременно. Круто. Но мы все равно победили. Здорово, здорово. Я выиграл ачивку, точнее... выполнил ачивку по убийству семерых.
Это здорово, я не ожидал, честно, что у меня, во-первых, такая ачивка есть, не думал даже. Вот, а во-вторых, я даже не ожидал, что вообще, ну, ачивочку это выполню, а так просто по фану зашел. Но опять-таки же 9-0, офигеть, как так я вообще мог-то? О, отличненько, отличненько. А, группа, ну и бог с тобой. Фух, ну, в целом было неплохо, и это здорово. И все просто замечательно. Вот такие вот дела, народ. Вот так вот весело можно порой проводить время. Самое главное, сильно не переживать. Мне нравится играть за Канамира тем, что он такой медитативный персонаж. На нем можно реально просто расслабляться в этом плане. Пока я смогу набить на 2. Комплекта. Не хватает 14. Ну да и ладно. Потом. Просто мне цепеха явно здесь намного нужнее. Вот такие вот дела. О, я что-то могу еще сделать. Руны, давайте посмотрим. Что? Получится, не получится. Время-то осталось. Как-то мы победили без лишних трудозатрат. И хлопот, поэтому есть примечка. Так почему бы его не потратить с умом? Вот, а теперь на этом точно уже все. Народ, все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.